Еще раз добрый день, мои дорогие любимые. Иду я до перекрестка. А там я уже решу, пойду я дальше, выше, ближе туда, к кладбищу, по той дороге. Но пока мне еще не определилась. Пока еще думаю. Вот локал есть тут. На старой почте. Так, идем дальше. До перекрестка совсем чуть-чуть. Идем дальше. Энди спится. Тоже есть. Куда ж без нее? Церковь вижу. Тоже надо будет как-то, если можно будет туда зайти, посмотреть. Там забор закрыто, скорее всего. Рядом что-то строят. Или она еще не достроена, непонятно. Смотрю, что все закрыто. А вход может быть с другой стороны. Ну ладно, так покажу. А, нет, открыто, вижу, дверь открыта. А, вот, вижу ворота там. Дальше, туда дальше. Ворота. Сейчас остановлюсь напротив. Здесь что, остановка? Наверное. Покажу эту сторону, пока там автобус остановился. Остановка здесь. Дополнительный, да, дополнительный. Ой, такая церковь красивая. Здесь дом строят. Да, открыты все-таки ворота, конечно. Сегодня в такой день, да? Там вроде бы остановка, вот где троллейбус остановился. Дальше автобус почему-то здесь остановился. Чуть дальше остановки. Рынок. Все закрыто. Собака охраняет. Никого нет. А здесь хотя что-то. Там, где цветы, наверное, искусственные. Здесь цветочки продают. Флорь. Что там, творог продают, что ли? Туда дальше. Творог продают люди. Так, а я не пойду так. Я пойду вдоль дороги. Покажу вам. Все, я дошла до перекрестка. Здесь что, магазин какой-то? Сейчас посмотрим. Людей много. Так, полицию вижу. Полицию вижу. Машина стоит. Ну, некоторые работают, посмотрите. Там туда дальше тоже овощи, наверное. Так, здесь Линелла.
красивые цветочки. Сейчас подумаю я, идти мне наверх. Потому что мне потом надо будет возвращаться уже по этой дороге. На студенческую. Все, всем хорошего дня. Добрый день, мои дорогие, любимые. Показываю вам. Иду я дальше, наверх. Старая почта, покажу вам старую почту. Заодно новые дома. Даже 19-й только что. Ну, чуть раньше, что я стала воды попить. Посмотрела, 19-й даже проехал. Это 27-й. 134-я пустая почти. Маршрутка едет до центрального рынка. Ну, подымусь я. Уже ладно, у меня сегодня день такой будет. Покажу вам старую почту заодно. Там все равно в городе делать нечего сегодня. А так посмотрите старую почту. 19-й, вот и 19-й тоже. Тоже маршрут у него сегодня до кладбища. Ну, 19-й забитый троллейбус. Полностью забитый троллейбус. Он, наверное, все-таки едет и аж до ботаники, наверное, везет людей. Скорее всего, поэтому, наверное, такой забитый. У него маршрут, наверное, сегодня не... Даже не знаю, как обратно он поедет. По Димо, наверное, да? Ну, тоже так удобно. На Димо и потом уже туда к цирку. Под мост и туда на ботанику. Тоже удобно. Для людей, конечно. Машин вообще нет, посмотрите, пусто. Может, туда дальше, выше, на перекрестке, покажу вам чеканы. Ой, чеканы, старую почту. Чеканы, перегрелась уже. Ой. До цирка пешком, с цирка сюда пешком. Конечно, перегреешься. Соколень. Страда Соколень. Двадцать шестой проехал. Тоже для людей отлично. До кладбища он так и едет, 26-й. И на Буюканы аж туда. Алба Юлия. Аж до конца. Конечно. Люди возвращаются пешком многие. Это 27-й. Кто здесь, наверное, живет на старой почте. Ой, тоже забитый автобус. 27-й. Не знаю маршрут, какой у него там. Как он туда дальше едет, как в город. Раньше 127-я маршрутка была. Так удобно тоже было. До кладбища и до Молдэкспо. Конечная была. Конечная Молдэкспо. Тоже очень хорошо было добираться. А сейчас ничего туда не едет. Эту маршрутку убрали, 127-ю. И теперь приходится вот на десятке, если
хочешь на троллейбус с Рыжкановки, садишься на десятку через Комсомольское озеро или на 26-й выходишь там на Штефана и поднимаешься вверх уже там по улице любой и также идешь через Комсомольское и туда до Молдэкспо. Что там скорая едет. Так, покажу так немножко вам. Повыше. Кто пешком идет вот на кладбище, тоже люди. С сумками. 19-й. Ой, молодцы. Но забитый, 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 забитый. Забитый. Полностью забитый. Так, еще немножко и перекресток будет. Вон акация цветет тоже. Это дополнительный. Но я почему-то думала, что будет много. Боже, как он гонит, да? Думала, что будет очень много машин. Но негде, наверное, припарковаться. Ой, здесь ирисы. Какие красивые. Посмотрите, какие. А там... Какие красивые. Аж не могу пройти мимо. Вы же просите больше красоты показывать. Вот я показываю. Ноги уже отцвели, конечно. Пустой автобус поехал. Вообще пустой. Без единого человека. Полицию вижу уже. Кто только идет, то возвращается. Припарковали машину. Маршрутка. Так, полиция здесь регулирует. Все отлично. Молодцы. Все работают. Так, а светофор же ж не работает, понятно. Так, сейчас я подумаю, как же мне пойти. Или на ту сторону перейти. Или здесь перейти. Сейчас я постою, подумаю. Так, пропускают. А я постою, подумаю все-таки. Не знаю. Идти мне туда или нет, туда дальше. Стоит мне туда идти. Посмотрите, пустые едут. Дополнительные пустые. Тоже забитый. Сейчас я подумаю, что мне делать, идти дальше или нет. Все, всем хорошего дня.